О, навозная куча. Дина, смотри. Смотри, там, мимо. Смотри, вот эта бочка. С еврогрунтом. Помаши ручкой. Все, молодец. Это конюшня. Мы тут не стоим. Мы стоим подальше. Тут лошадки, лошадки, лошадки. Здесь мойка. Иди сюда. Иди сюда. Пластик. Пластик, иди сюда. Иди сюда, мой зая. Вот, молодец, молодец. Молодцы, молодцы. Лошадка отдыхает. Чё? Ой, чё у тебя с попадой-то, дорогой? Вон там олени. Вот они. Вот они, Дина, вот. Если получится, сходи поближе. А это Оскар. С которым мы идем шагать. Пошли. Пойдем. Это я не знаю что. Походу еще одна гостиница. А вон там открытый плац, который мы вчера показывали. Тут вот коневозка. Тут, кстати, три бочки. Вот это конюшня, в которой мы стоим. Это Василисин малыш. Вы видите, какой он малыш? Я сейчас вот так подойду и просто... Так, нет. Ты лучше отойди. Ты лучше отойди. Ты лучше отойди. Это он такой, типа, дабы это прыгать. Уть, уть. Форема сенсейшн. Мы бы в нормальной форме. Я поехала. What you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did. Это Амадей. Очень хорошая лошадь. Да, хорошая лошадь? Он поедет по пони, мы за него болеем. Дина, поверь, ты таких лошадей все не видела. Так что можешь не рассказывать. Он огромный. И у нас, блин, больше, чем моя голова. Смотри, Дина, тут еще гуси.
Гуси! Типа, 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 типа. Сейчас тут харкнет с тебя. Дина, смотри, у него есть... Да ты дурак сейчас, ты, блин, на них уже подозвал. Там он тоже тусил. Эть, эть. Они спят. Там вон еще один лежит. А сейчас мы пойдем вон туда фоткать. Фоткаться с орлом. С гербом нашей Российской Федерации. Дина, короче, мы тут внезапно нашли кучу всего. Да при... Мы тут пожить месяца. Гусей. Утки это. Неважно. Мы вообще решили сходить до герба. Герба, не знаю, как правильно. И ушли в город мастеров. Тут есть дом Игрушкина. Как там? Гончара, пекаря. Вот, где он? Пойдем вот. В пекарь зайдем. Да не надо в пекарь заходить. Там все пекарь. И че? Тут там Баба-Яга. Все. Смотри, тут церковь. Пойдем, да папа, пошли. Они вон, видишь, за нами плывут. Я пошел туда. Смотри, сейчас гуси выйдут. Ну, я пойду. Посмотри. Че ты взял, что там что-то готовят? Гуси, гуси, к ноге. Утя, 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 утя. Утя, утя, утя. Они вот, блин, за нами плавают тут везде. Нашествие уть. О, побежали, побежали, побежали. Не пижонься. Нашествие уть. Они такие жирные. Если бы я была уткой, я бы хотела жить здесь. Вы посмотрите, какая она жирная, утиха. Жирный селезень. Вот черненько ничего. Ой, так-то они при желании могли бы меня сожрать. Мы купили в доме пекаря хлеб уткам. И мы сейчас покормим уточек. Сейчас мы покормим. Короче, берем хлеб и кормим. На. Утя, утя, к ноге. Утя, к ноге. На, на. 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 Жри, утя. Давай самая смелая сожрет. Утя. На, на. На, на. На, на, на. Давай, давай, самая смелая сожрет. На. Они предали меня. Вот корзлы, а. Проклятье. Так, тут вообще стадо. Жри. Жри. На. Жри. Это как мужики в женском коллективе работают. Они постоянно срутся. Папа хочет покормить уточку нормально. Ой. Это они теперь наши покровители. Они просто идут за нами. Утя, утя, утя. А, блин, она не жрет, она несет в клюве, блин, еду. Вот это чучело. Которая? Вон нам за камушком спряталась и спокойно жрет. Ой, черная хотела спереть. Большой семья. Да уж. А тут клюев. Вот это, короче, остались самые наглые. Самые уже те, которые поняли, что ничего не дождутся. Они уже поплыли на тот берег. Он к тем людям. А смотри, смотри, они там, блин, сейчас подерутся из-за одного кусочка. Лошадки! Вон, походу, видишь, манеж там. А, ну да, наверное. Пойдем. Лошадка. Добой. Всякие поля, луга. Толчки. Папа. Почему был-то? Куда ушел-то? Это лошади. Из арматуры. Ты такую можешь сделать? Че? Такую можешь сделать? Вот такую? Не, вот такую, из лошади. Но там позади тройборное поле. И там есть очень интересный барьер. Акула, вон. Вот. Акула! Ну ты пошел-то. Ты опять вроде не снимаешь. Снимаю. Снимаешь? Ну там не видно, я сфоткала. Ну просто знай. Знай, верь нам, как вчера, знаешь, верь нам. Ты думала, Оскар жирный? Вот кто жирный.
Вообще-то мы хотели посмотреть на шайеров, а в итоге ушли куда-то не туда. Помнишь, папа, нашу изначальную цель? Да. Ну, мы увидели лошадь побольше. Посмотрите, какие у нее маленькие ножки! Ножки! Вот он, где-то цирк. Вот прям вот здесь вот. Да. Ты видала там? Смотрите, тут лошади всякие. Тут всякие, блин, какие-то сооружения. Папа здесь был и не видел этого. Я ночью был-то. И чё? Чё я видел, вот эти коневозы только. Ну, видел тут вот что-то какое-то, вот так, крач. Убьёт сейчас, смотри. Пиу-пиу-пиу! Да заткнём. А это этот, не ружьё. Кусок трубы. Почему? Нет, это меня. Это пушка. О, смотри, этот. Град. Какой град? Ну что было под эту дорогу сделали? Вверх сверху. Ой, вверх сверху. Вверх сверху. Вниз снизу. Логично. Гораздо хуже, когда наоборот. Это уже, блядь, после пати будет сверху. А вверх снизу. Газу до отказу. Все передачи сразу. Красотень. Вот смотрите, Виват Россия. Самые наглые животные на этой. Смотри, смотри, сейчас он их растолкает. Пап, не корми, все. Это же пизделя как будто. Пап, можно не выражаться? Ой, ой, ой. Дай мне, дай мне. Что там осталось-то фигня? Какая это фигня? Ух ты, блин. А мелкий ты что, сволочь, не идет? Ух, так, подожди, давай, подожди. И? Сипи пальцы, не грози, и ешь, блядь. На, малыш. У него рога реально не пролазят. Ты посмотрите, я могу потрогать рог оленя. А он потрогай. Потом, а он потом потрогает меня. А, потрогала! Рог оленя? Он лижет мне ручку. А дай я покормлю. Да, я потрогаю рог оленя. Пап, ты что, браконьер? А почему этот малыш не хотел подойти ко мне? Он подходит ко мне. Ой. А где он? Я уронила. Так подними. Так за загон. Так иди туда. Он меня хочет запалить. Да, там один кусочек остался. Да, это тоже трешка, да? Он на них посмотрел, они испугались. Ты чё? Ты дрянь просто. Нельзя. Нельзя так делать. Это же твоя семья. Он с этими рогами. Скажи, а жрать-то я хочу больше, да? Ой, ой. Все, типа, все, нахрен. И повернулся к нам в жопу. Привет, маленький. Ой. Может, это самец? Да самец, самец. Я попрыгну, не знаю. А тут что, самец? На тебя похож. Это не а тот самец, видимо, отлежался вот этим местом рогами. Че он на них наезжает? Он совсем охренел? Иди сюда, маленький. Ну, есть еще чуть-чуть. Он такой же, как этот, как у... Миконька. Астрак. А. Тоже, тому хлеб даешь, он за палец кусает. Это олененыш. А вот этот олень пошел, разбудил второго оленя и такой, типа, там хавчик, я сожрал весь хавчик, все. Типа, ты тупой, ты лох, я тут батька. Ну все, пошли быкова смотреть, а то и так угуляли. Что там мы? У-ху, манеж. И сейчас мы пытаемся вернуться и посмотреть на першерончиков. Не на першерончиков, а на шайеров.